уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Сегодня мы будем продолжать сборку и покраску модели ГАЗ М1 от фирмы «Звезда». Ну что, смывка у нас высохла, лишнее, что было от смывки, я уже очистил ватной палочкой. Где-то немножко добавил смывочки. Вот. Теперь пришла очередь наносить матовый лак. Матовый лак я буду наносить фирмы Tamiya XF86. Для чего наносится матовый лак? Во-первых, лаком мы закрываем смывку, чтобы она потом при последующих обработках модели, то есть там, не смылась. Также матовый лак там нужен для того, если мы будем делать масляные точки, чтобы он удержал за счет своей структуры матовой, чтобы он мог удержать масло размазанное на модели, чтобы оно потом впоследствии полностью не смылось white spirit'ом. Также матовый лак, он может использоваться как заключительный этап модели, потом наносить на него пигменты. Если вы наносите пигменты, если хотите застарить модель, также на матовом лаке пигмент будет лучше держаться. Вот. Ну что, приступаем к лакировке. Нанес матовый лак на модель, дал немножко ему просохнуть. В принципе, все знают, кто пользуется Tamiya, что и краска Tamiya, и лаки Tamiya, они очень быстро высыхают на модели. Даже иногда летом приходится пользоваться всякими добавками, чтобы краска быстро не сохла. Ну, наверное, это мой финишный слой лака на данной модели. Так как не хочется пачкать модель, немножко сделаю пигментами колеса, немножко пройдусь пигментами по нищу автомобиля, а здесь, наверное, саму модель пигментами покрывать не буду, так как будет более-менее такой автомобиль, который возит командирский состав высший по полям боя. Вот, и все-таки за ними как бы люди, водители смотрели, старались мыть, поэтому и я буду делать его вот таким, чтобы он был чистенький, хороший, хорошо видимый камуфляж. Потому что думаю, если наносить пигмент, то камуфляж будет неотчетливый. Посмотрим. Наверное, это все финишный этап. Потом только пройду, сделаю сколы по нижним
грани. На бамперах сделаю сколы. Опять же постараюсь это снять на видео. Снять маски останется со стекол. Ждите продолжение. Обязательно постараюсь снять, вам показать, так что получится. Спасибо за просмотр, дорогие товарищи. Удачи вам и вашим близким.